Знайомтеся, це Лада, собака-інвалід. У неї діагностували зміщення хребта. Вона втратила здатність ходити та відчувати задні кінцівки. Шестирічна собака стала жертвою людської жорстокості. Їхала машина, бус, і з нього стріляли. Было три свидетеля, как это делали. По номерам машины узнали, что эта машина принадлежит спецкомунтрансу, и на ней ездят работники спецкомунтранса. Но они, естественно, все это дело замяли, все это отрицали. Было открыто дело уголовное, но его закрыли. Собака осталась у нас. Вот. Мы 2 года ее уже выхаживаем. И вот доказываем людям, что собаки-инвалиды – это не обуза, они вполне могут быть повноцінними членами сім'ї, домашніми любимцями. Трагедія сталася 22 січня вночі. На вулиці було морозно, тому покалічену собаку потрібно було терміново зігріти. Пенсіонерка Іраїда Борисівна, не роздумуючи, надала Ладі прихисток. В тот момент, когда это случилось, у нас, скажем так, не задумываешься о том, как решиться, что делать и так далее. Просто надо было спасать собаку. Учитывая то, что я ближе всех живу, скажем так, к этому мосту, я забираю ее к себе, потому что ее нельзя было на улице оставлять, это однозначно. Уже наступного дня Ладу оглянули ветеринари, прогнозы яких были обнадійливими. Врачи, ну, обнадежили, что собачка будет ходить, но опять-таки, глядя на нее, как бы там ни было, она нормально смотрела. То есть у меня даже мысли не было о том, чтобы там усыплять ее. Но я просто себе этого не допускала, потому что я понимаю, что все не так страшно. Когда я спросила, что так не навязчиво и так не смело, что а когда она хотя бы встанет, какие прогнозы. Ребята сказали, что вы понимаете, что здесь трудно сказать, но надо время. Я говорю, время сколько? Месяц, два, полгода. Может быть и полгода, может быть и больше. Тут я поняла, что это будет долго. Уже третій рік Іраїда Борисівна доглядає за собакою-інвалідом. За цей час було проведено кілька курсів фізіотерапії, голковколювання, плавання. Чутливість кінцівок відновилася, втім, ходити самостійно Лада більше не зможе. Саме тому волонтери підшукують її нову родину у Німеччині. Адже там створені найкращі умови для догляду за собаками-інвалідами. Мені ніколи не наступало відчаяння по поводу Лади. У меня, конечно, моих 3 собаки. Лада, Лада, хотя со мной она в моей семье, но я всегда надеюсь, что она все-таки ее заберут опять-таки в Германию не для того, чтобы я хочу там ее сдыхаться или я устала. Я просто хочу, чтобы она жила еще более полноценной жизнью, потому что Германия, люди, которые ее возьмут, они понимают, что они за собаку берут, скажем так. Они знают, что это за собака и как с ней вести себя. И поэтому я думаю, что они ей дадут больше, чем я. Іраїда Борисівна переконана, особливої уваги та турботи потребують не лише собаки-інваліди, такі як Лада, але й усі тварини. Мне бы очень хотелось, чтобы люди были немножко добрее. Дело в том, что это братья наши меньшие. Надо прививать какое-то нормальное отношение детей к животным. Это не только к собачкам, это и к кошечкам, это и к птичкам, это и к кроликам. Это везде. Поэтому я просто прошу людей, чтобы они, опять-таки я возвращаюсь, чтобы они были добрее. Потому что если сегодня ребенок пинает собачку, он завтра будет пинать маму. Анна Онекієнко, Юрій Чорний для інформаційного випуску.